Виртуально. Да. Виртуальные. То есть вот, например, у нас есть состояние, когда у нас в голове такой, знаете, хаос, суета мыслей, тревога. И есть состояние, когда у нас покой, безмятежность, вот такой ноль. Вот условно говоря, виртуально, вот это будет 10, это шторм, хаос. Это суета, это тревога, это боль, это неприятность. А вот это будет ноль. Вот здесь 10 делений. 10. У кого-то может быть сейчас 10, это шторм, у кого-то может быть 0, безмятежность. Вот, например, вот так, чтобы видно было. Это шторм, а это штиль. 0. Здесь 10 делений. Это чтобы легче было ориентироваться. Это градусник напряжения или шкала стресса. Вот здесь и сейчас, в данную минуту, у кого 10, то есть кому совсем плохо, поднимите ручку. Я для чего это спрашиваю? Потому что буквально через 5 минут, если у кого было 10, станет 50. То есть 5 станет 5, потом станет 0. Безмятежность станет. Хорошо. У вас, да? Так, как вас зовут? Родина. Родина. Да, давайте. Давно у вас такое состояние неприятное? Третий день. Третий день. А что, на погоду реакция, да? И на погоду реакция. Очень хорошо. Теперь, пожалуйста, все запишите то, что я вам скажу. Запишите, пожалуйста. Каждый день в течение 12 дней отмечайте погоду, пишите себе дневничок. Первое – это атмосферное давление. Второе – температура. Третье – геомагнитная обстановка. Четвертое – дождь, ветер, осадки. Там снег может быть, дождь может быть, и ветер может быть. Это четвертое. Вот эти четыре фактора 12 дней каждый день в удобное время замеряйте, записывайте себе в дневничок. Для чего это надо? Потому что не каждый человек понимает, когда-то у него бывают такие, что он плохо спит ночью, не может понять почему. А так выглянул в окошко, видишь, метель начинается, и понял почему. А повторите, пожалуйста, еще, а то я пока за бумагой бегала. Температура, атмосферное давление, геомагнитная ситуация, дождь, ветер. 12 дней, каждый день, в удобное для вас время, записывайте календарик такой, дневничок. И вы начнете ориентироваться. Потому что иногда люди, например, поскандалили в семье и не знают почему. Ну, как-то раздраженные, как-то что-то случилось, они как чайник закипели тут же немедленно. Оказывается, атмосферное давление резко высокое. Они как это узнали, успокоились. Это пример. Или не можешь уснуть, не можешь уснуть, оказывается, ветер начался. Потому что у нас меняется внутричерепное давление в зависимости от того, как меняется погода. Не все это знают, потому что нас в детстве этому не учили. Нас учили так. У нас такое представление с детства, что если голова не болит, значит мы на погоду не реагируем. А то, что сон плохой, а то, что раздражительность, а то, что утомляемость, а то, что мы вспыхиваем по каждой мелочи всякое, это тоже от погоды зависит. Один фактор определенности у вас появился, если вы 12 дней будете записывать. Это хорошая защита, потому что когда вы не знаете, от чего вам плохо, посмотрели дневничок, определили погоду и поняли, и успокоились. Это очень важно, чтобы вы не накручивались, потому что самый бич человека, когда он попадает в неприятную ситуацию, он начинает накручиваться.
потому что он ждет негативного исхода ситуации. Это накручивание породило миллионы больных, когда объявили по интернету или по телевидению о ковиде. Никакого нету никакого. А люди... Я понятно объясняю? Так, Марина, выключите микрофончик, пожалуйста. Второе. У кого шея с проблемами, мы сейчас проверим. Очень спокойно, не поднимая плеча, поверните голову направо. Мягко поверните, спокойно до конца. Теперь точно так же, не поднимая плеча, мягко поверните налево. Понятно. У кого угол поворота разный, поднимите руку. Так, кто поднял руку, скажите, на пальчик разница, на два пальчика или на три пальчика? На два пальца, на два пальца, на два пальца. Так, вот смотрите внимательно. Вам домашнее задание сразу. Каждый день, 2-3 раза в день. Берете, руку кладете на кулак, чтобы кисть была свободная. Закидываете руку и пальчиками больное место проминаете. Да, это чтобы рука не уставала, ее лучше положить на подпорку, вот на руку. Тогда кисть свободна, она не устает. Находите больные точки на шее, воротниковая область. Найдете больную точку и ее разминайте. Если... А поскольку нужно минут разминать? Не минуты. Это 10-15 секунд. 10-15 секунд больные точки промяли. Ну так делайте 2-3 раза в день, когда вам удобно. Если вы так будете делать одну неделю, у вас спазмы пройдут, кровоснабжение мозга улучшится. Голова будет свободнее поворачиваться, меньше будете уставать. Предупреждаю, что когда вы будете разминать эти точки, без всякого фанатизма, мягко. А то у меня были случаи редко, когда мне кто-то говорит, у меня там мало болело, а после вас стало сильнее болеть. Я говорю, наверное, так сильно разминать. Да, я прямо так, так не надо, это не спорт. Мягко надо делать. Договорились, да? Вы увидите, как вам станет легче жить, когда не будет этого спазма. Так, это первое. Теперь следующее. У нас есть точки, которые являются скорой помощью. На всякий случай. Страх, давление подскочило. Или какая-то ситуация такая, вот экзамен. Или ситуация такая, вы ждали там, что будет музыка, музыки нет, и вы начали нервничать, переживать, и у вас давление поднялось. Мало ли что бывает в жизни. Я вам показываю. Это уши. Уши. Если мы разминаем уши, вот так, мы снимаем спазм сосудов, улучшаем кровоснабжение мозга, в клетки мозга больше поступает кислорода. Если у кого высокое давление, допустим, 180 на 100, если вы разомнете уши, тоже без фанатизма мягко разминаете, то через 2-3 минуты давление начинает снижаться. Если у вас паника или что-то случилось, если вы не хотите уснуть, вы тоже ушки размяли, и потом у вас нервы успокаиваются. Понятно, да? Мягко-мягко разминайте ушки. Там очень много рецепторов. Иди микрофон, Wi-Fi. И сосуды освобождаются от спазма. Кровообращение мозга улучшается. И венозный отток налаживается. И кислород по
поступает лучше. И голова проясняется. Понятно, да? Еще точки. Вот у нас есть 10 пальцев. Если у вас страх, если у вас давление, если у вас сильное волнение какое-то, вы не знаете, как быть, хоть в самолете летите, хоть где, вдруг там турбуленция, вы испугались, там коньяк пьют или лекарство, а вы можете вместо этого взять 10 пальцев своих и их обжать. Вот концы пальцев, вот ноготок вокруг ногтя. Если вы нажимаете, там больно. Делайте себе 10 болей, маленьких болей. Это снимает спазм сосудов мозга, и тоже кровообращение налаживается, страх пропадает, давление регулируется, вы лучше себя чувствуете. Это называется узелки на память. Значит, ушки и пальцы. Это вам рецепт скорой помощи. Это вам будет помогать в жизни не один раз. Это очень серьезная вещь. Так. Понятно, да? Молодцы. Молодцы. А теперь я вам покажу приемы, связанные с еще одной точкой, которая является общеукрепляющей. Общеукрепляющая точка Хэгу. Она находится между указательным и большим пальцем. Она там в Ютубе есть, если набрать в Гугле Хэгу, написать точка Хэгу, там будет картинка. Вот здесь между большим и указательным пальцем, если вот так сделать, бугорок. Если положить одну руку на другую, вот так. Там ломотка, потому что там нерв проходит. Вы можете найти у себя сейчас. Вот одна рука на другой. Просто сверху. Не вот так вот, а вот так там сверху. Там может быть неприятное ощущение. Ломотка, когда, ломотка когда такая. Когда вы попадаете на то. Да, ломотка. Да. Угу. Ломотка, такое ощущение нерва. Вот эта точка, она регулирует, она для уха, горла, носа. Нос болит, вы ее разомните. Горло болит, вы ее разомните. Ухо, горло, нос. Ухо болит, вы ее разомните. И она контролирует легкие. Если вы кашляете, вам трудно дышать или еще чего-то, вы тоже можете ее размять. Минуточку. Не надо ее разминать 20 минут. Одну минутку. Мужчина разминает правую точку, потом левую, а этот мужчина левую, потом правую, а женщина правую, потом левую. Хэгу, точка Хэгу, она общеукрепляющая. Понятно, да? Так. Теперь мы придем к приемам саморегуляции. Это было точки из рефлексотерапии. Китайская иглотерапия – это тысячи лет проверенная, это в народной медицине. Я специалист по иглотерапии и по психотерапии, врач. Я этим занимаюсь всю жизнь, много лет. Поэтому я вам говорю, скольких многих людей это спасло в критических ситуациях. Я сам лично спасал много людей в самолете, например. Вот сижу в самолете, вдруг объявляют, если доктор есть, врач есть, пройдите, пожалуйста. Рядом со мной сидела девушка. Она пошла, 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 исчезла там рядом с кабиной пилотов. Я не знаю, вдруг объявляют врача. Два раза подождал, никто не вышел. Я понял, что надо пойти. Я пошел, смотрю, она сидит белая-белая. Там. Да, да. Да, и там стоит женщина, и ей пусть меряет. Она белая, она выглядит. А, повторите. Она стоит женщина, ну, видимо, кто-то тоже из пассажиров, пусть ей меряет. А я ссылочку там отправляла вам, вы нажмите на ссылку и войдете туда в конференцию. Врач, вы приглашали врача,
Поэтому не беспокойтесь, я взял у этой девушки руку. И эти 10 пальцев вот так вот ногтем, не вот так, как я показываю, а можно сделать еще по-другому. Ногтем кончики вот этих пальцев. Где кровь берут обычно на анализ. Это очень чувствительные точки, очень чувствительные. 10 точек, вот так я и нажал. И сказал, сейчас она будет приходить в себя. И когда я увидел, что она начала розоветь, я сказал, сейчас будет все в порядке. Я сижу вот там на таком-то месте, если что, позовите. Но они меня уже больше не звали, потому что она уже через несколько минут уже такой шаткой походкой уже шла и села на свое место. Я из скромности не сказал, что я не спас. А то бы влюбилась. Девушки любят влюбляться в спасителя. Я шучу. Да. Я вам просто привел пример, как это бывает. Другой случай был. Водитель машины, такси. Я очень опаздывал. Он меня вез. И он потом по дороге говорит, ночь, трасса, все это. И он мне говорит, слушай, так живот схватило, не могу, умираю. Вот он сидит за рулем. Я говорю, у тебя спички есть? Он говорит, есть. А зачем тебе спички? А он не знает, кто это. Я говорю, ну да, спички. Он мне дал там, у него в бардачке в этом спичке коробок был. Я взял спичку, и я ему сказал, возьми на ухе у себя, останови машину, остановил. На ухе у себя найди точку, которая наиболее чувствительная, спичкой. И вот он по уху ищет, нашел точку, которая очень болит, болючая. Я говорю, прижми ее вот так вот, и спичкой вот так делай немножко, вибрируй. Прижми ее, полминутки так поделай. Он так делал, делал. Потом еще разочек сделал. Потом говорит, слушай, отпусти его. А ты кто, говорит? Я говорю, я врач. А, ну тогда понятно. Потом мы поехали. Потом через 15 минут он мне, говорит, опять схватило. Я говорю, останавливаю машину, опять сделал. Он опять сделал. А потом мы доехали еще 40 минут. Коробка спичек помогла, потому что он сделал точное воздействие на наиболее чувствительную точку. Понятно, да? Так. А вы делаете просто вот так вот. Вот так. Теперь перейдем к саморегуляции. Что такое саморегуляция? Если это была рефлексотерапия, сейчас перейдем к саморегуляции, когда мы без ничего. Без всяких инструментов, без ничего регулируем свое состояние. Вы это делаете часто, но вы не обращаете на это внимания. Например, когда вы просыпаетесь утром, иногда вы подтягиваетесь. Поднимите руку, кто подтягивается. Так, очень хорошо. На самом деле, когда вы подтягиваетесь, вы остаточное напряжение, которое осталось в теле, доводите до пика и сбрасываете. Но в этот момент, когда вы подтягиваетесь, когда вы доводите до пика, если вы помечтаете о том, что целый день пройдет хорошо, независимо ни от каких обстоятельств, у вас так и будет. А если вы подтягиваетесь, представьте себе, что вот день опять пройдет плохо, да опять все плохо, у вас так и будет. Потому что когда вы подтягиваетесь, вы на кончик этого напряжения кладете свое намерение, свою установку, свою настроенность, свое ожидание, свое предвкушение. Кладите на кончик напряжения ожидание, что день пройдет хорошо, вопреки всем обстоятельствам. И у вас так и получится. Я понятно объясняю? Так. Очень хорошо. Теперь второй прием я вам покажу. Когда вы чувствуете сильное напряжение, страх, тревогу, волнение и так далее, вы можете встать и потрястись.
потрястись, ну, как щенок, который там купается в воде, вы его вытащили из ванны, и он встряхивается, знаете как, да? Отряхивается, знаете как, да? Вибрация такая. Или когда вот вы весной идете по улице и капнул дождичек, и вы вздрогнули. Вот такая вибрация. Давайте я вам покажу, как потрястись. Встаньте, пожалуйста, на полминутки немного. Встаньте. Можете встать? Вот, допустим, вы сильно нервничаете, допустим. Допустим, у вас экзамен, встреча волнительная. Не знаете, как быть, нервничаете. Взяли, потряслись, как будто на коне скачете. Потряситесь как можно чаще. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как можно чаще. Еще чаще, еще чаще. Как будто вы под током. О, молодцы, молодцы. Ой, молодцы. Во-во-во, потряслись, потряслись. Сейчас будет маленькое научное чудо. А теперь сядьте. Теперь сядьте. Теперь отпустите голову, пустите мысли на самотек и одну минутку посидите, думая, о чем думается. И вы сейчас увидите, что вы успокоились. И если у кого было 8, 10 или 7, сейчас напряжение снижается. После трески вот этой напряжение снижается. Вы это можете делать один раз в день, полминутки. Вы знаете, тепло пошло, вот начиная отсюда сверху, я почувствовала, пошло тепло. И да, вообще здорово. Это хорошая штучка, это скорая помощь. Это когда тебе плохо, ты можешь потрястись. Это перед экзаменами, перед соревнованиями, перед свиданиями, перед выступлениями, перед чемпионатом мира. Перед собеседованием, наверное. Для нас это актуально. Конечно, конечно, перед любым собеседованием. Почему у девушки перед экзаменом бывает нервная дрожь? Это у нее инстинктивно организм сам эту тряску выдает. Выдает для того, чтобы снялось напряжение. А девушка об этом не знает. Это природный защитный механизм саморегуляции. Вот эта дрожь нервная – это защитный механизм. Девушка не знает, начинает бороться с этой дрожью. И дрожь усиливается. А надо дома перед экзаменом за 2-3 дня представлять себе экзамен. При этом возникает волнение, надо потрястись. И поэтому потом, когда она пойдет на экзамен, она будет спокойнее, увереннее. Понятно, да? Тоже да, самое. Мы будем так делать перед собеседованием с новым заказчиком. Потрястись надо, да. Да, и при этом еще нужно сделать. Сжать кулаки, отпустить кулаки, сжать кулаки, отпустить. Потому что когда человек мобилизуется, напрягается, ну, навстречу к чему-то. Он же напрягается, если мы доведем это до пика напряжения, как призывание и подтягивание, напряжение падает. Надо не бороться со своими внутренними реакциями, а усиливать их. Этому на школе никогда не учили, потому что этого раньше не знали, это я придумал. Поэтому я выводил людей после терактов и детей, и взрослых, которые были в шоке. Я их выводил в Кизляре, в Каспийске, в Волгодонске, в Беслане. А потом я этому учил психологов МЧС, чтобы они тоже это умели делать. То есть если вы сожметесь, отпуститесь, вам легче станет. Если вы потрясетесь, вам легче станет. Если вы соедините одно с другим, кому как приятнее, вам легче станет. Понятно, да? Там очень много приемов, самых разных, для саморегуляции. Очень много приемов. И у нас есть школа «Человек будущего» Homo Futurus. Вот у меня есть, например, канал на Ютубе «Метод ключ Хасая Лиева». Канал. Вы можете туда записаться.
Все время идут ролики, все время идут беседы, там какие-то бесплатные ликбезы идут, вебинары какие-то идут. Вот сейчас в среду у нас будет вебинар очередной. Но он не для вас, он для людей, которые хотят развивать изобретательское мышление. Изобретательское мышление – это вот, ну, когда ты хочешь создавать за короткое время неординарные решения. И он стоит 7000 рублей. Я не хочу, чтобы вы тратили деньги. Вы просто возьмите, ходите на бесплатные ликбезы, многому научитесь. Ну, а кому нужно, и на такой вебинар, конечно, можете пойти. У нас есть еще, кроме YouTube-канала, что у нас еще есть? Еще есть, даже TikTok. TikTok даже есть, еще что есть? Telegram, Instagram. Telegram, Instagram, номер там какой? Ну, просто Хасай Алиев нужно. Хасай Алиев или метод ключ Хасай Алиев. В Инстаграме у нас уже больше 19 тысяч подписчиков. В ТикТоке тоже больше 19 тысяч подписчиков. В Ютубе около 200 тысяч подписчиков. Фейсбук у нас есть, ВКонтакте, Одноклассники. Короче говоря, у вас все есть, и я вам все это даю. Это все бесплатно, пожалуйста. В Телеграме у нас есть... 8 тысяч подписчиков у нас. Я дам ссылочки в наши чаты, я дам ссылочки на все ваши аккаунты. Пожалуйста, пожалуйста. Дело в том, что я заинтересован сократить кризисы и войны на планете. И потребность в лекарствах. Потому что очень много людей подсаживаются на лекарства. И, к сожалению, лекарства дают побочные эффекты. А если мы научаем людей навыкам стрессоустойчивости, снимать лишние волнения, напряжение, снимать, восстанавливать иммунитет, мы меньше болеем. А я врач, поэтому я хочу, чтобы люди меньше болели. Это моя задача, моя обязанность, моя миссия чисто человеческая. Потом я хочу, кто меня не знает... Я довольно-таки известный врач. У меня там проходили подготовку специалисты из многих стран мира, потому что я 25 лет, вот Лариса знает, был генеральным директором Московского центра защиты от стресса. А ко мне туда приезжали со всех стран мира готовиться как специалисты. Так что вы берите, хватайте это, пользуйтесь. Самое главное, пользуясь этими приемами, можно открывать у себя творческие качества. Так что я рисую картины не просто так. Я никогда не учился рисовать. Оказывается, мы все просто не знаем и не пробовали. Если вы возьмете кисточку и попробуете нарисовать солнышко, у вас начнет получаться. В детстве же все рисуют. Так что вот, пожалуйста. Если... А дайте нам полезные советы по написанию текстов, вот чтобы нас творчество так вдохновило, чтобы у нас были прям такие тексты, которые бы требовались любому заказчику. Мы пишем, мы все пишем, и мы все классно пишем, и мы не просто пишем, а мы пишем продающие тексты. Но существует немножко первый страх перед... собеседованием, то есть вот это вот чувство неуверенности, а вдруг у меня не получится, а вдруг заказчику не понравится, а вдруг я не смогу сделать там техническое задание, как положено. Вот этот непроизвольный страх, он все время преследует. Да, всегда бывает, конечно. А где моя? А здесь вот уже кто-то написал, я сейчас зеваю, прямо не остановить. Это, видимо, реакция на твое упражнение. Зевает, это хорошо, значит, кислород попадает теперь. Кислород, гипоксия, когда небольшая, утомление. А тут вдруг расслабился человек и начал зевать. Правильно. Высыпаться надо. Кто не высыпается, у них всегда происходят всякие такие процессы. Например, просто потрястись. Если человек выспавшийся, он прекрасно себя чувствует. У него праздник.
А если он был уставший и утомленный, он потрясся, сел, что ему захочется? Спать. Уже снял напряжение, и организм потребовал, чего его не хватает. Так что если вы несколько дней будете высыпаться, у вас та же самая тряска будет давать бодрость. Это целая наука, наука саморегуляции. Моя первая книжка вышла в СССР в 1990 году. Называлась «Ключ к себе». Потом она много раз выходила. У меня много очень книг, 20 книг, и многие на иностранных языках, и на английском, и на польском, и на болгарском, и на сербском, и на французском, и так далее. Я там всем писал, и в свое время было, когда я на телевидении на центральном выступал 5 лет подряд в передаче «Помоги себе сам». Мы создали эту передачу с Анатолием Алексеевым, он был ведущим. Я был соведущим 5 лет. Она тоже сейчас есть, где-то со спутника ее передают. Анатолий Алексеев продолжает ее вести. Ну, там для больных. Там травами лечат, там еще что-то. Я уже давно там не участвую, потому что я лекарствами не занимаюсь, хоть я и врач. Я занимаюсь обучением людей управлять своим состоянием и раскрывать свои творческие способности и таланты. То есть я уверен, что человек... Каждый человек – творец. Просто ему в школе не объясняли, что он человек – творец. Просто в школе учили по принципу «делай, как я», «подражай авторитету», «рефлекс подражания», «повторяй, пока не получится». А я вам скажу, что у нас очень много разных вариантов приемов, и вы выбираете то, что вам подходит. Это другой немножко принцип, который дополняет классический принцип. То есть два принципа, если соединить, старый и новый, получается отличный эффект. Значит, старый принцип, повторяя, пока не получится, дополняете новым принципом, ищи, что получается, отбрасывай то, что не получается. И у тебя начинает получаться то, что раньше не получалось. Как это делается? Вот, допустим, вы знаете «потрястись», вы знаете, понапрягаться. А есть еще, например, голову в плечи, голову в плечи, голову в плечи. Вы знаете, когда человек нервный, и он сутулится, почему? Инстинкт заставляет. А если это усилить, голову в плечи, голову в плечи, голову в плечи, голову в плечи, и кулаки сжимать, как природа просит, то потом происходит вот так. Освобождение. Много таких приемов. И у нас принцип подбора путем перебора. Если старый принцип повторения мать учения дополняется новым принципом, подбирай то, что тебе подходит, отбрасывай то, что тебе не подходит. Вот эти два принципа, если вместе сложить, получается прекрасный эффект. Но это вы посмотрите у нас на каналах. Мы за одну встречу не можем эти все приемы показать. Но там приемы плавательные, приемы игры в теннис, приемы волейбольные, приемы дирижирования. То есть, если вы будете по 10-15 секунд пробовать дирижировать, пробовать плавательные движения, пробовать любые действия, которые вы в жизни когда-либо делали. Например, холохоп крутить без холохопа. Например, что вы еще могли делать? На лодке плавать, делать вот эти движения. То есть движение. Лодка не нужна. Вы просто можете вспомнить, когда вы на чем-то или по канату лазить. Вы можете просто вспомнить, как вы лазили, и делать имитацию, как будто вы лезете по канату. И у вас будет возникать реакция, как будто вы лезете по канату. Рефлекс. Много этих приемов. И вы, перебирая их по 10-15 секунд, можете подобрать себе свои индивидуальные приемы. Таким образом, старый принцип школы обучения, повторение мать учения, плюс новый принцип, подбирай то, что тебе подходит. Понятно, да? Вопросы есть?
Да, спасибо. А вот все вот эти упражнения, например, если их периодически делать, они снимают стресс, снимают тонус лишний, правильно? И они помогают вдохновляться на творчество. Да, конечно. Вот есть мечты, которые раньше были не исполнены, потому что вы думали, например, а смысл какой в этом? Смысл, например. Ну, оказывается, когда человек мечтает, у него происходит целостная организация процессов клеток мозга. Когда человек перестает мечтать, у него болезни начинаются. Просто мечтать полезно. Мечтайте просто так хотя бы. Просто знайте, что вы мечтаете для здоровья. Когда вы запрещаете себе мечтать, у вас что-то обрывается там. И вот я вам хочу сказать, это очень мощный совет, чтобы вы знали. Мечта помогает нам включать эндорфины. Когда мы находимся в критических обстоятельствах и в неопределенности, мы не знаем, что будет завтра, у нас все время вырабатывается адреналин. А все время человек в мобилизованном состоянии, готовым ко всему, быть не может, он истощается. Поэтому нам надо мечтать, чтобы вырабатывался эндорфин. А эндорфин – это препарат, который создает хорошие гормоны, это создает хорошее настроение, это праздничное состояние, это обезболивание происходит, рубцевание всех неприятностей в организме, восстановление истощенных клеточек. Это вообще прекрасный эндорфин. Когда у вас праздничное настроение, у вас эндорфин. Поэтому, когда вы мечтаете, вы создаете у себя вместо адреналина, вы создаете эндорфин, который вас оздоравливает. А теперь я вам покажу напоследок классический прием саморегуляции по методу. Короче, я вам кусочки сейчас показывал и рассказывал. Но я вам покажу классический прием. Он, например, у нас нарисован на обложке одной из книжек. Девочка маленькая делает, школьница. Вот у меня книжка. Это 1996 года. «Защита от стресса». Вот здесь написано, как сохранить и реализовать себя в современных условиях. А вот здесь девочка, видите? Это я там стою вот с этой стороны, молоденький. Это очень давно было. Это девочка. У нас есть даже видеофильм учебный «Азбука саморегуляции» для детей, их родителей и педагогов. Так вот, эта девочка, она показывает упражнение по саморегуляции, которое называется ключевой стресс-тест. Если вы сделаете руки вот так, можете сейчас попробовать. Положить их как будто на воду, как будто на воду. Повернуть их вот так друг к другу. И просто помечтать, что они притягиваются как магниты. Не двигать их механически, а образ создать, что они двигаются как магниты. И не мешать этому. Они начинают притягиваться. Вот попробуйте. Попробуйте. Так положите, чтобы удобно было, чтобы плечи не напрягались спокойно. И вообразите, что они притягиваются. Да, притягиваются. А еще я вспомнила, что когда тогда я ходила к вам в гости, мы с вами уже делали такое упражнение, вы мне показывали реально. И сейчас я второй раз вот сделала это, и они действительно притягиваются. Ну да, если это сделать стоя, легче. Потому что когда вы сидите, вам мешает. Если вы встанете, давайте попробуем. Да, попробуйте. Вы сразу узнаете, у кого получилось, у кого нет. Сейчас я вас научу. Да, ну вы руки так держите, чтобы здесь не напрягалось. Да, как будто на воду положили. Можете вот так держать. Слишком параллельно Да. полу, так слишком не нужно. Да. Немножко опустить, надо чуть ниже. Да, свободнее. Можете представить, что они притягиваются. Вот, пошли, пошли, пошли. Пускай идут, пускай идут. Они начинают ускоряться. Вот.
Майя, вот у нее сейчас сойдутся уже. О-о. Вот. Так. Вы, пожалуйста, не экзамен себе устраивайте, а ищите образ. Потому что если я буду думать, пойдут или не пойдут, я себе экзамен устраиваю. Они тогда никуда не пойдут. А вы ищите образ. Представьте себе, что это магниты. Найдите удобное положение для рук. И в какой-то момент они, вот они пошли. И они начинают двигаться. И когда адрес уже обозначился, они идут быстрее. Если они не идут по какой-то причине, значит, где-то что-то здесь мешает. Это стресс-тест. Тогда вы можете попробовать другой прием. Представить себе, что руки, вот держите их вот так. Представьте себе, что тело поворачивается, весь корпус. Таким образом, вы с помощью образа и подбора положения можете научиться управлять мыслью своими движениями. Если тело начинает покачиваться, это очень хорошо. Вы очень напряженная. Вот вас зовут Алина, да? То ли Альвина. Альвина? Альвина, да? Вы очень напряженная. Нужно, наверное, давайте я вам помогу снять лишнее напряжение. Да. Да. Потрясись надо, потряситесь, пожалуйста. Вы очень напряженная. Это сразу видно. Вот это стресс-тест. Он сразу показывает, кто напряжен, кто нет. Потрясите. Теперь сделайте так, как я рассказывал. Напрягитесь ручками. Отпустите, напрягитесь, отпустите. Это вам будет на всю жизнь такая польза. Вы каждый день будете одну минутку тратить вот на эти упражнения, а через 5-6 дней вы почувствуете, что вы заново родились. Да-да, делайте, делайте, делайте. Да. О, какая молодец, какая красивая девочка. Да, и в школе, наверное, хорошо училась, да? Ничего. Вот у нас тут Марина и Алена написали, что у них получилось. Получилось. Сейчас у всех будет. Но у нас есть 30 человек. Только у Марины и у Алены получилось. Вы напишите. Сейчас у всех получится, я вам сейчас скажу детали. Поставьте плюсики, да. У кого получилось, и минус, да. У кого не получается. Да, у кого не получается, вы можете встать, я вам подскажу, как что получилось. Так. А теперь еще раз попробуйте. Да. Вот вы сняли лишнее напряжение, теперь еще раз попробуйте. Во, вот пошло уже. Вот смотрите. Да, вот смотрите, пошли ручки. Вот они, пошли, пошли. Видите? Вот это правильно, правильно. Вот, смотрите, смотрите, как она улыбается. Пошли. О, смотрите, даже засмеялась. Посмотрите. А вот Татьяна интересно. Пишет, да. Просто фантастика, да. Корпус двигается. Правильно, Татьяна правильно. Написала. Да, правильно. Все правильно. У всех всегда все получается, просто надо до конца понять, услышать. Давайте мы с вами еще раз встретимся, Лара. Как-нибудь еще раз встретимся, чтобы еще раз сделали, и тогда у всех пойдет, потому что вы снимете зажимы. Вот вы домашнее задание сделаете, вот погоду, вот эти легкие упражнения. И через недельку можем встретиться, через полторы еще разочек, и вы уже будете другие, вы будете более раскрепощены. Так, Сань, можно я от себя скажу? Давай, скажи, Наташа. Вот по поводу стресс-теста, вот кто впервые начинает вот делать, этим, да. Многим может казаться, что руки прям так быстро должны расходиться. На самом деле, если они хотя бы чуточку у вас двигаются, значит, уже у вас получилось. Это идиомоторные движения, то есть не механические, а зависящие от нашего образа. Мы представили, и они пошли. Поэтому у кого плечо болит или что, она может не пойти, здесь мешает. Кто не доспал, может не пойти. А кто в хорошем состоянии или снял лишние напряжения обычной физкультуры, потом попробовал, сразу пойдет. Или отжался несколько раз, попробовал, сразу пойдет. Да. Помнишь, как у меня одна рука быстрее двигалась, да. А другая помню. На месте стояла? Помню, помню. Да, это мы потом. За один день мы не можем все. А как научиться мечтать? Совсем не мечтаю, Майя. Майя, вот я понял, почему. У нее руки сначала не шли. Это Майя, да? Нет. Нет. Это Майя, это Майя. Мечтать что такое? Мечтать что такое?
Вы в детстве мечтали, когда маленькая были? Ну да, как? Да, Майя, включите микрофон. Микрофон да, включите, да, мы включите. С вами поговорим. Я сейчас объясню, что такое мечтать. Вот я всегда мечтал о девочках. Например, я сначала думал, может, я какой-нибудь такой этот самый ловелас. А потом, что это у меня нормально, раз я мальчик, а о чем же я должен мечтать? А вы тоже мечтали. Мечтали, когда вы вырастете, невестой будете, в белом платье будете замуж выходить, что вы там. Не мечтали, да? Нет, как-то вот не умею мечтать. Нет у меня мечты никакой. Нет, и в детстве не помню. Оно же само происходит. А вы что любите? Любите петь, танцевать? Фотографировать. Ну вот видите, вы же когда думаете о том, что вы пойдете фотографировать, вот как-то себе это представляете? Нет, я просто иду по улице, о, что-то красивенькое, раз сфотографировала. О, еще красивенькое, раз сфотографировала. То есть заранее я это не планирую. Ну вот вчера вы планировали, например, что вы сегодня пойдете фотографировать? Нет. То есть вы не... гулять иду, значит, у меня на телефоне сейчас фотоаппарат, сейчас легко все это делается. Ну, да, о, да. Что-то интересное сфотографировала. Ну, не умею я мечтать. Я очень практичный человек, не умею мечтать. Ну, вы же планируете. А все говорят, мечтайте, мечтайте. Да, вот смотрите. Вы, когда влюбились, вы же мечтали? Ой, слушайте, ну это так давно было. Не, ну это не важно, как это как давно. Нет, я говорю о механизме. Наверное, да. Влюбленность – это когда вы думаете о ком-то, и все окрашивается божественным светом, и вам хочется об этом думать, правильно? Ну да, наверное, да. Но вы вспоминаете это, нет? Нет. Ну вы сейчас сказали, сейчас чего-то такое вспоминается, а в принципе в обычной жизни нет. Может, какое приятное событие, например, на природе были, где-то или на отдыхе. Предвкушение. Ну, они живут, они события случились, они есть, это все хорошо. А вот мечтая о яхте, о доме, о какой-то там жизни красивой, ну зачем оно мне? Я же не про это говорю. Нет? А о чем мечтаем? Это нас так научили. Ну вот, наверное. Причем тут яхта вообще? Море. Море, яхта. Ну, при чем тут это? Есть люди, которые не любят море. Но если слово мечта, это не обязательно яхта. Ну, яхта тоже ж на язык просто так попала. Я же тоже не о том. Нет. А просто нет, я о том, что я понял, мечтать. Что мы понимаем, о чем мы говорим. Я понял, что мы не понимаем, о чем мы говорим. Угу. Безусловно, вы мечтаете. Просто вы мечтанием называете что-то другое. Называете вот о яхте, о доме, поехать куда-нибудь там на Майами, да? Вы считаете, что это... На Чукотку! Что на Майами-то делать? Мечта – это когда вы хотите, что вы хотите, желание, предвкушение чего-либо. Например, праздник, или маму хотите встретить там, или ребенка там из школы проводить, вот думаете об этом. Вы мечтаете. Мечтание – это когда это в отличие идеализация того, о чем вы думаете. Вы в школе учились? Мальчишки за косички вас дергали? Дергали. Вы мечтали дать ему по шее, как следует? Наверное, давала по шее просто сразу, да и все. Вы хотите сказать, что вы никогда ни о чем не думали, что ли? Нет, ну почему? Думать и мечтать – это несколько разные вещи. Так вот скажите, как вы думаете, что значит мечтать? Это очень интересно. По вашему мнению, что значит мечтать? Ну, представить себя в какой-то другой жизни. Ну, в смысле, что твоя жизнь изменится там каким-то, куда-то прийти надо, так сказать, поставить себе цель, прийти к этой цели, ну, хотя бы ее представить. Вот я, например, мечтаю влюбиться, совершенно точно понимаю, что этого никогда не будет. А почему? Ну, потому что у меня уже правнуки. Ну и что? Ну, потому что я понимаю, если я так буду думать,
Как я могу влюбляться, если я уже прадед? И перестану мечтать. Вот это неправильно. А я все равно мечтаю, я пишу картины, я пишу книги, я пишу новеллы, я пишу стихи, я же в этом мечтаю. Я хочу любить, я хочу чувствовать это, я хочу чувствовать, как меня любят. Это же естественно для человека. Ну да. А если человек думает, а зачем мечтать, когда это несбыточно, он отключает у себя этот механизм и начинает болеть. Потому что он начинает жить неестественно. Человеку естественно идеализировать, естественно на что-то надеяться, естественно думать о будущем с оптимизмом. А вы что, все время думаете о завтрашнем дне как? Никак. Пришел день сегодняшний, вот он прекрасен. И он прекрасен, он пришел, и он прекрасен. Вот-вот, вы же чувствуете эту красоту, правильно? Ну так это же и есть. Как с хрустальной мечтой поступить себе? У человека бывает хрустальная мечта, там каждый что-то куда-то там придумывает. У меня вот такого нет. Я вам сейчас скажу, сегодня, когда идет война, какая может быть хрустальная мечта? Сегодня, когда люди думают, как не заразиться какой-то гадостью, когда вода грязная идет по крану. У нас много забот, которые задавили нам способность мечтать о будущем с энтузиазмом. Мы думаем, как бы сегодня прожить. Это точно. Правильно? Вот это точно, да. Да, я говорю о том, что все равно надо мечтать. А как же, для здоровья надо мечтать. Разве мало, вот вы говорите, фотографировать люблю. Вы же уже находитесь в этом, о чем я говорю. Просто мы по-разному это называем. Ну, может быть, да. Да, конечно, я же вижу, вы прекрасную девушку. Как вы могли быть прекрасной, если бы вы не могли мечтать? А можно сказать, что человек зажат или в стрессе, если он не мечтает? Ну, конечно. Это признак того, что он весь погружен, погружен в выживательные заботы. Выживание. Да. Выживание, конечно, не дает возможность мечтать. Я думаю, у вас сегодня будет большой сдвиг в жизни. Ну, то есть да. Творчество. Мечта – это творчество. Конечно, это творчество, есть созидание, это мечтание. Кто выживает, то мечтание, он не может творчеством. Первые полеты во сне у детей. Первые полеты во сне, когда ребенок спит и во сне летает. Это первый опыт внутренней свободы. Это как раз мечтание. А как же это есть? Потом эти мечты начинают становиться более конкретизированными. А вот кто у нас есть, который может сказать про свои мечтания? Об этом можно говорить не конкретно, не содержательно, а просто об ощущении этого. Кто может сказать, что такое мечтать? Скажите, пожалуйста. Про бессонницу есть вопросы. Вот двое спрашивают, как победить бессонницу? Сейчас я отвечу. Ну, да, вот это, наверное, важнее, чем какие-то наши мечты. Я почти не сплю. Попробую упражнение, должно помочь. Вы чудо. Вы сказали про восстановление иммунитета. Есть ли какие-то упражнения? Да, иммунитет восстанавливается. Сейчас. У меня прямо вкус кожи. Это мечта. Послушайте. Иммунитет восстанавливается, укрепляется, когда вы все время вспоминаете что-то приятное. Все время предвкушаете что-то приятное, и у вас эндорфин включается, этот гормон, гормон радости, гормон обезболивания, гормон иммунитета. И он повышается, иммунитет. А если человек в депрессии, у него иммунитет снижается. Поэтому, я говорю, если вы мечтаете, например, будете мечтать о нашей следующей встрече, о том, что мы в следующий раз можем встретиться, разве это не мечта? Мы же можем помечтать о том, что мы встретимся, и я вас снова увижу. Нет?
Это не мечта, нет, или обязанность какая-то. Это же не обязанность. Меня попросила Лара, она моя подруга старинная. Я говорю, ну давай, нужно помочь людям, давай поможем. Вот и все дела. И мы можем в следующий раз встретиться. А если вы не хотите, не будем встречаться. А если вы хотите, значит, получается мечта встретиться. Правильно? Это же не обязанность какая-то. Или как? Очень хотим. Мы уже мечтаем. Какими приемами снимать головную боль? Ну вот, давайте сюда, чтобы я вас видел. А еще про показал. Сон, Пасай. Вот про сон. Сон. Давайте сюда, я чтобы вас видел, вам подсказал, как сон наладить. И головную боль, чтобы я вас видел. Я же не могу. Да, говорить. У кого вопросы про сон, выходите. Давайте. Что, радуюсь каждому дню и мечтаю о разном, пишет Елена. Молодец. Ну, молодец. Ну, просто мы по-разному называем эти вещи. Если покопаться так в словах, то мы найдем общий язык. Мне кажется, мечта – это ощущение, предвкушение. Да. Вот в этих чувствах мечта. Да. Просто мы понимаем сегодня, что есть вещи, о которых мечтать бесполезно. Это одно. Но само ощущение мечтания, оно не должно нас покидать. Ну как же? Во-первых, есть индийская фраза такая хорошая из одного стихотворения. Никто не знает, какой сигнал нас ждет за поворотом. Так что, друзья, мечтайте, это не вредно. Давайте сюда, кто у кого головная боль, чтобы я помог. Хасай, это я вопрос задала. Давайте. У меня как бы головные боли не мучают, сильные-сильные боли и частые у дочери. Ну, где она? Ну, я не знаю, я ее звала, приглашала, видимо, не смогла прийти. В следующий раз пусть придет. Я не видел человека, и как могу дать совет? Все, спасибо. Про сон. У кого был вопрос про сон? Да. У кого проблема со сном? Мне надо видеть, потому что я буду вас учить, чтобы вы ее учили. Это вот будет испорченный телефон, понимаете? Угу. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Вы очень милая девушка. У вас уже немножко есть. Как это? Хасай, у меня еще был вопрос насчет бессонницы. Давай. Я Татьяна, меня видно? Да. Вот у меня все хорошо с мечтами, я обожаю мечтать. Очень часто представляю себя в разных реальностях. Иногда мне это помогает, вот именно заснуть, вот такой счастливый, причем я еще, ну вот я не помню, мне кажется, я даже у вас это давно читала, но это еще в советские времена, что хорошо бы перед сном улыбаться себе мысленно, вот такой создать образ. Я вот это все делаю, но иногда просто все, ну просто не сплю и все, никак. Может, мечтаю много? Нет, ну это зависит от того, как у вас шея. Шея как? Шея, да, вот гимнастику делаю регулярно. Это я вот про это тоже знаю. Но ленюсь, да, перегнута, конечно, шея. Ну что, это же понятно. 70 лет сидеть в одном положении. Нет, ну поверните голову, я проверю просто сейчас. Мне надо знать, чтобы дать совет, я должен проверить. Пожалуйста. Направо и налево, и скажите, у вас угол поворота одинаковый или раз? Нет, вот на правом там какой-то где-то зажато, в каком-то там позвонке. Ну правильно, значит у вас там недостаточно венозный отток, поэтому вы плохо спите. Это во-первых. Во-вторых, пожалуйста, то, что я посоветовал. Когда 5-6 жизней пройдет вот после регулярной вот этой практики, то, что я рассказывал, можете даже махровое полотенце или вафельное полотенце положить вот сюда на воротниковую область и пальчиками через полотенчик вот так разминать. Угу. Вы заметите, у вас он лучше станет. Ну, спасибо большое, обязательно. Это и не сложно. Попробую. Нет, потом вот это вот поделайте.
эти упражнения. Ну это замечательно. У меня сразу руки пошли. У вас было так. Вы еще знаете что? Я вас уверяю. У вас очень большой потенциал. И я вас уверяю, что буквально через пару недель вы почувствуете, что вы изменились, понимаете, в лучшую сторону. Многие вопросы, которые были, они сами отпадут. Вот увидите. Я верю в это, я в это верю. Увидите. Майя, как дела? Майя задумалась. Майя теперь... Нет. Мне тут все говорят, что я тут мечтаю. Я говорю, я планирую, не мечтаю. Теперь будете мечтать, Майя. Да, ну, может быть. Конечно. Потому что теперь у вас будет объект. О чем мечтать? О чем мечтать? О следующей встрече, да. А в какой технике вы картины пишете? Вот какая-то интересная техника у вас. Это называется многослойная густая живопись, многослойная. И это еще раньше я писал только маслом, а сейчас пишу акрилом. Акрил водой разварится, а маслом надо там много возни. Здесь я живу в мастерской, временной такой. И здесь нет возможности маслом писать. Поэтому я сейчас маслом не пишу. Там и руки надо мыть. Ну, там целая история. А это водой помыл и все. Зато я пишу акрилом так, как пишут масло. В этом смысле очень много слоев. У меня картины, сейчас я вам скажу, если одна картина, ее поднять невозможно бывает. Там столько слоев. Они тяжелые у меня. Ну, техника такая, многослойная густая живопись, а живопись по стилю авторская, то есть так никто не рисует. То есть вы заранее знаете, какой будет сюжет на картине, или просто начинаете писать, и что-то выходит? Да, я начинаю писать, и что-то выходит. Откуда вы это знаете? Ну, потому что так мне по картинам кажется. Правильно, я не умею писать на заказ, я не умею копировать. Я фантазирую так, как пойдет. Как пойдет. Но если я в вас влюблюсь, я некоторое время буду думать о вас бессознательно и буду вносить в картину, которую я буду писать, ваши черты. Так бывает у многих художников. То есть они, когда рисуют что-то, они рисуют, внося туда свои подсознательные впечатления. Так что, если вы в следующий раз увидите на картине свои черты, не удивляйтесь. Это было бы интересно. Замечтала, да? Я тебе сказала, что не видно. Замечтала. Вопрос у кого есть? Мы можем шутить, у нас человеческое общение, нормальное человеческое общение, пожалуйста, не стесняйтесь шутить. Да. У кого еще вопросы есть? Прощаться. Люда, давай, Люда, включай микрофон. Нажмите микрофон, чтобы да. Включился. Давайте. Если вы с компьютера, включила. Давайте. Значит, вот продолжение этой бессонницы. Вот я, например, ложусь, книжечку почитала, все, зеваю, спать хочу, закрываю глаза, и началось мои мысли, мои скакуны. Да. Тут я вспомнила, что что-то не дописала, тут у меня идея, а вот здесь вот мне нужно вот так, а здесь вот так, а какие-то стишочки, правильно, а какие-то... Правильно. И вот проходит время. Правильно, я вас понимаю. Голова вот такая вот, уже вот такая. Шею проверим, поверните. За шеей, конечно, у меня. Вот, да, не надо, вы проверьте давайте, чтобы я знал. Так, вот так, да? Да. И все. Больно. Ну, а что она хочет?
Ну, вы посмотрите, посмотрите, она не может голову повернуть. Да. А почему наши люди никогда не сопоставляют одно с другим? Почему вы, имея такую шею, удивляетесь, почему вы не можете нормально спать? Почему вам это стало? Ну, с такой шеей не то, что спать невозможно, с такой шеей вообще трудно. Жить невозможно. Вы живете через силу. Да. Ну, это же видно сразу. Делайте вот это, девочка. Делайте. Да. И вы себя не понимаете. Я вам хочу сказать, дамы, все мужики, да, они вот, ну, что у них стресс, что не стресс, понимаете? А вот женщина, она, когда у них стресс и озабоченность, и когда нагрузки и утомляемость, они все одинаковые. А когда у них стресса нет, каждая из них неповторима, как цветок, уникально. Поэтому я, когда в следующий раз с вами встречусь, я увижу, что вы стали все неповторимыми, а вы сами почувствуете, что у вас энергия пошла. Потому что сейчас эта энергия у вас, как я сегодня вижу по вас, идет на выживание. Организма, выживание организма. Она у вас не свободная, она у вас не идет на творчество судьбы и на творчество чего-то, она идет на выживание. Надо сделать, как я вам рекомендую, и вы заметите, что меньше будет уходить энергии на выживание, потому что здесь поправиться, там поправиться, уже мозг не будет тратить эту энергию на выживание. И эта свободная энергия вам даст раскрытие. В следующий раз мы поговорим о развитии творческих качеств и способностей. Это будет очень интересно. Договорились? Еще вопросы есть? Да, нам это очень важно, потому что у нас все творческие личности. Конечно, творческие, я же вижу. Да, пожалуйста, задавайте вопросы. Да. Я хочу вам дать ключевое дыхание, друзья. Ключевое дыхание – это очень уникальное дыхание. Это когда вы дышите, как дышите, думаете о чем, как думали, ничего не меняя. Или в движении, или сидя, или стоя, или лежа. Дышите, как дышите, но в течение одной минуты прислушиваетесь, у вас вдох теплее или выдох, и все, больше ничего не надо делать. И если кто-то плохо спал, заснет, у кого-то было подавлено настроение, выровняется. Кто-то почувствует себя лучше, у кого-то головная боль пройдет. Кто-то почувствует себя хорошо, подумает, о, какая встреча, какая Лара молодец, такую встречу организовала. Вспомните. Одну минуту. Только наблюдать вдох теплее или выдох. И даже если вы не определитесь, неважно, но сама попытка понять вдох теплее или выдох, приведет к тому, что вы через минуту расслабитесь. Договорились? Желаю вам успехов, друзья. До следующей встречи. Лара, спасибо тебе за организацию. Мне очень понравились ваши девочки. Да. И сыну. Сыну тоже еще привет. Надо его с моим сыном тоже познакомить. Правда, мой сын взрослый уже. У меня внук уже 2 метра ростом. Да. Ну, Хасай, я хочу вам сказать огромное спасибо от всех нас. Да, мы мечтали, мы ждали этой встречи, мы очень готовились, мы все очень счастливы. Спасибо за вот эти вот полезные советы, за то, что вы согласились с нами встретиться, и мы подарили нам целых 2 часа своего драгоценного времени. И, конечно, мы будем ждать новых встреч, потому что нам это интересно и полезно. И, в общем, спасибо большое за все. Я понял, слушай, женщины, они так умеют говорить, так умеют благодарить, они такие вот, это так умеют поздравлять с праздниками. Да это чувство из меня выливается. Давай, я вас всех целую, щечку, до встречи. А по поводу записи, если кто-то против, чтобы мы ее в общий доступ поставили, вы напишите, мы ее поставим по ссылке только для вас.
Да, хотите мы для всех поставим, а хотите поставим только для вас. Не ставим запись, если кто-то не хочет. Да, пожалуйста. Поэтому вы как бы напишите. Вы решите для себя, мы на Zoom сейчас загрузим. Ларисе тогда напишите, если Ларисе скажите, да, хотите, чтобы... задавал свои вопросы, то мы поставим. Если мы поставим на наш YouTube-канал, будут смотреть много людей, будут писать вам вопросы, вы будете отвечать, я вас подружу с большой массой людей, очень интересно, потому что у нас в школе человек будущего кома, потрясающие люди, они удивительные, и вы задружитесь. Да, как хотите. Смотрите, Хасай, у меня вот сейчас просто одна просьба такая. Да. Вы вот это видео будете загружать на свой YouTube, правильно? Да. А нам, пожалуйста, его скиньте в чистом виде, чтобы мы к себе, потому что ВКонтакте... В чистом виде скинем. Да, спасибо, мы загрузим к себе. Угу. Пожалуйста, ну... Добро даете мы на, для всех поставим на YouTube? Или вы хотите, чтобы только вам переставить? Как? Нет, пожалуйста, конечно, мы даем добро и с удовольствием посмотрим запись на YouTube и реакцию на эту запись тоже. Да, и познакомитесь с нашей школой «Человек больше хомов в Турции». Да. Потому что в нашей школе такие прекрасные люди. О, ну ладно, давайте, до встречи. Спасибо вам, друзья. Вы мне доставили несказанное удовольствие. Потому что, да, это, да, Лара, спасибо тебе. Очень спасибо. У тебя хорошие подружки. Давай. До встречи. До свидания. Лариса, с тебя все ссылки. Отключаемся, так? Да.